Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области совместно с Департаментом спорта города провели соревнования в рамках первенства России по фигурному катанию среди девушек и юношей младшего возраста. Более 80 спортсменов из регионов Сибири и Дальнего Востока приняли участие в зональных состязаниях. Честь Омского региона отстаивали воспитанники из Дюшор номер 35. Специалисты утверждают, уровень подготовки омских фигуристов с каждым годом только растет. Впрочем, как и популярность этого красивейшего вида спорта. Фигурное катание в Омске любят. У нас создана школа Ирины Родиной, где занимаются самые маленькие, самые массовые виды спорта. При департаменте администрации города Омска, департаменте спорта работает школа номер 35, которая именно есть специализация фигурного катания. Ну и традиции нашего фигурного катания, они достаточно высоки. Наши юные спортсмены достаточно уверенно выступают на уровне Российской Федерации. Также наши судейские бригады выезжали в Сочи. Значит, практически ежегодно спортсмены из нашего региона, из Омской области, попадают в состав юниорской сборной команды. Последняя девочка – это у нас Цурская Полина, которая сейчас считается номером один по своему возрасту, 2001 год рождения. Наблюдать за выступлениями неоднократных победителей зональных первенств России и участников этапов Кубка страны можно было в течение 3 дней. Спортсмены соревновались по спецпрограмме, которая помимо короткой и произвольной включает особые элементы – прыжковые и дорожку шагов. Несмотря на столь юный возраст, эти спортсмены уже знают цену успеху. В этих соревнованиях они очень важны, потому что дальше ты проходишь уже на всю страну. И там тебе ты видишь, какие сильные ребята, и хочешь к ним стремиться. Не вначале все получается, но со временем все начнет получаться. Много ли времени ты проводишь на тренировках, чтобы достигнуть каких-то результатов? Да, много. С утра и вечером хожу. Там плюс еще на земле. Это где-то занимает 6 часов. Всего было разыграно 12 медалей, 8 из которых достались омичан. Из других регионов отличились Кемеровская и Новосибирская область. Мне нравится, потому что интересно. Выполняешь всякие разные трюки, побеждаешь, сражаешься за место. Выполнять все упражнения, не лениться, не расстраиваться, если что-то не получается, а стремиться к этому. Анастасия Полонская, Мария Шевелева, Лев Цеханович и Анжелика Стратонова представят Омск уже на первенстве страны, которое пройдет с 19 по 23 марта в Великом Новгороде.